В 2021 году в Твери в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится большой объем ремонтных работ. Одним из наиболее крупных и значимых для города объектов этого года стал Волоколамский путепровод, соединяющий центральную часть города с микрорайоном Южный. В Твери продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Одним из наиболее крупных и значимых для города объектов в этом году стал Волоколамский путепровод. Здесь уже завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В сентябре отремонтируют деформационные швы. Данное мероприятие в соответствии с технологией выполняется после укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Почему данные работы запланированы именно на сентябрь? К началу проведения данных работ будут полностью завершены ремонтные работы в микрорайоне Южный, в микрорайоне Крупский, включая Мурашинское шоссе, а также ремонт всех прилегающих к нему улиц. Таким образом, мы разгрузим для движения то направление, и в течение месяца планируется ремонт технологических швов на Южном путепроводе. Ремонт Мурашинского шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до автодороги М-10 проходит в рамках софинансирования из городского и регионального бюджетов. Кроме нового дорожного покрытия, здесь проведут работы по укладке тротуаров, ремонту колодцев и водоотводных канав, а также укреплению обочин.